Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока по русскому языку – прошедшее время глаголов, правописание глаголов в прошедшем времени. Мы сегодня узнаем секреты правописания глаголов прошедшего времени, повторим, как образовывать прошедшее время глаголов. Послушайте стихотворение и найдите в нем глаголы. Зацепилось солнце за сосну, уронило в снег лучей охапку, проходил медведь, сложил их в шапку. Рыжий мех у шапки был худой, снег под ней растаял, стал водой. Той воды березка напилась, с перелетным ветром обнялась. Нет покоя ей теперь, ни сна. Так и началась у лесу весна. Нашли глаголы? Конечно, это слова. Зацепилась, уронила, проходил, сложил, был, напилась, обнялась, началась. Давайте посмотрим, что общего между всеми этими глаголами. Да, это глаголы прошедшего времени. Они обозначают действие, которое происходило до момента речи или к моменту речи завершилось, и отвечают эти слова на вопросы «что делал» или «что сделал» и подобные. Давайте повторим, что мы знаем о глаголах прошедшего времени. Глаголы прошедшего времени, как и остальные глаголы прошедшего времени, как и остальные временные формы глаголов, образуются от основы неопределенной формы глагола, инфинитива, чаще всего с помощью суффикса «л». Например, «тянуть» – «т» отсекаем плюс суффикс «л». Глагол «тянул». «Играть» – «т» отсекаем плюс суффикс «л». «Играла». «Выглянуть» – «т» отсекаем плюс суффикс «л» – «выглянула». «Засвистеть» – «т» отсекаем плюс суффикс «л» – «засвистели». Нужно помнить, что суффикс «л» в основу слова не входит. Это очень важно помнить при разборе слова по составу. Продолжаем повторять. Глаголы прошедшего времени в единственном числе изменяются по родам. Род глагола зависит от существительного, с которым он связан. Вспомним родовые окончания глаголов. Итак, глаголы мужского рода имеют нулевые окончания, глаголы женского рода – окончание «а», глаголы среднего рода – окончание «о». Потренируемся в определении рода глаголов. Перед нами четыре предложения. Прилетел пассажирский самолет, прилетела незнакомая птица, прилетело белое облако, прилетели скворцы. Итак, прилетел – слово связано со словом «самолет». Значит, и глагол в единственном числе в мужском роде, окончание нулевое. Прилетело – слово связано со словом «птица». Значит, и глагол в единственном числе женского рода, окончание «а». Прилетело – облако. Глагол «прилетело» употреблен в единственном числе, в среднем роде, окончание «о». Прилетели скворцы. Этот глагол употреблен во множественном числе, окончание «и». Окончания глаголов прошедшего времени часто стоят в слабой позиции, являясь безударными. И ударные, и безударные родовые окончания пишутся одинаковыми. Запоминаем, в женском роде пишем окончание «а», в среднем роде пишем окончание «о». Поэтому, чтобы не ошибиться в написании окончания глагола прошедшего времени, надо определять род глагола. Давайте вставим окончание у глаголов прошедшего времени. Дерево выросло. Глагол выросло. Слово дерево среднего рода, значит слово выросло. Глагол тоже среднего рода. Окончание о. Лампа светила. Слово светило связано со словом лампа. Лампа это существительное женского рода, значит и глагол светило тоже женского рода. Окончание а. Солнце светило. Слово «светило» связано с существительным «солнце». Существительное «солнце» среднего рода, значит, глагол тоже среднего рода, окончание «о». Яблоко упало. Глагол «упало» связано со словом «яблоко». Яблоко среднего рода, упало среднего рода, окончание «о». Девочка играла. Глагол «играла» связан с существительным «девочка». Существительное женского рода, значит, глагол тоже женского рода, окончание «а». Молодцы, с этим заданием справились успешно.
Обратите внимание, в глаголах прошедшего времени перед суффиксом «л» пишется та же буква, что и в глаголах неопределенной формы перед «т». Например, «лаять» – «лаял», «ненавидеть» – «ненавидел», «клеить» – «клеил». У глаголов с приставкой суффикс сохраняется. «Лаял» – «залаял», «ненавидел» – «возненавидел», «клеил» – «приклеил». Потренируемся. Образовывать глаголы прошедшего времени единственного числа в мужском роде и прошедшего времени единственного числа в женском роде от глаголов неопределенной формы. Предлагаются глаголы «выглядеть», «увидеть», «погладить», «занять», «начать», «отутюжить». Проверим себя. «Выглядеть» – суффикс «е», значит и в глаголах «выглядел» – «выглядела», перед «л» тоже суффикс «е». «Увидеть» – перед «т» суффикс «е», значит и в глаголах «увидел» – «увидела», перед «л» тоже суффикс «е». «Погладить» – суффикс «и», и в глаголах «погладил» – «погладила» тоже суффикс «и». «Занять» – суффикс «я», значит и в глаголах «занял», «заняла», перед «л» суффикс «я». «Начать» – суффикс «а», значит и в глаголах «начал», «начала» суффикс «а». «Отутюжить» – суффикс «и», и в глаголах «отутюжил», «отутюжила» тоже суффикс «и». Я думаю, справились с этим заданием. Итак, подведем итог. Глаголы прошедшего времени образуются чаще всего от основы неопределенной формы глагола с помощью суффикса «л». Глаголы прошедшего времени в единственном числе изменяются по родам. Окончание глагола зависит от рода, а род глагола зависит от имени существительного, с которым он связан. Перед суффиксом «л» пишется та же гласная, что и перед «т» в глаголах неопределенной формы. Суффикс «л» в основу слова не входит. Для закрепления изученного материала предлагается выполнить домашнее задание. Вам нужно выучить правила на страницах 110 и 113, а также выполнить упражнения 236 и 240. В 236 упражнении вы поработаете с родовыми окончаниями глаголов. Запишите предложение без скобок, ставя глаголы в форму прошедшего времени и вставляя пропущенные буквы. Не забудьте выделить в глаголах окончания. В 240-м упражнении вам нужно будет поработать с суффиксами глаголов прошедшего времени и записать эти глаголы по образцу. Не забудьте выделить суффиксы в образованных словах. Спасибо за внимание. Добрый день, ребята! Тема нашего урока – повторение, нумерация многозначных чисел, выражение, чтение выражений. Цель нашего урока – повторить умение читать и записывать многозначные числа, вспомнить, что такое выражение. Посмотрите внимательно на эти числа. По какому признаку числа объединили в одну группу? Вы догадались, это многозначные числа. Вспомним, какие числа называем многозначными. Многозначные числа – это такие числа, при записи которых надо использовать несколько цифр. Для чтения многозначные числа разбивают, начиная слева направо на группы по три цифры в каждой. Эти группы называются классами. В каждом классе три разряда. Класс единиц. В нем разряды. Единиц,
десятков, сотен. Класс тысяч идет перед классом единиц. В нем единицы тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч. Перед классом сотен идет класс миллионов. В нем единицы миллионов, десятки миллионов, сотни миллионов. И перед классом миллионов записывают класс миллиардов. С единицами миллиардов, десятками миллиардов, сотнями миллиардов. В разрядах каждого числа должно быть три цифры. Если в числе отсутствуют цифры или целый класс, в этом случае пишем нули. Чтобы прочитать многозначное число, по очереди называют число единиц каждого класса и добавляют название данного класса. Не произносят название класса единиц, а также класса, у которого все цифры в этом классе нули. Читаем число. 106 409 000. Вы услышали, что я пропустила название класса тысяч. Он отсутствует. Его отсутствие мы заполняем нулями. Давайте с вами потренируемся читать многозначные числа. Для этого справа налево разбиваем число на классы. В каждом классе три разряда. Значит, в каждом классе три цифры. У нас, вы увидели, присутствует класс единиц, класс тысяч и класс миллионов. Это число читается следующим образом. 405 367. Ребята, откройте, пожалуйста, учебник для 4 класса математики, часть 1. Найдите страницу 30. Там вы увидите таблицу, которую сегодня я вам представила. Постарайтесь поработать с этой таблицей. У вас, несомненно, все получится. Переходим к следующему этапу урока. Среди предложенных вам записей нужно найти лишнюю запись. Внимательно посмотрите. Лишняя запись под номером 3. Здесь записаны через запятую буквы. В остальных случаях записаны буквенные или числовые выражения. Числовые выражения состоят из чисел, арифметических действий и скобок. Буквенные выражения состоят из букв, чисел, арифметических действий и скобок. Числовые выражения учимся читать. Например, числовое выражение 5 плюс 4 представляет из себя сумму чисел. Вычисляем 5 плюс 4 – 9. 9 – это значение выражения. Если между числами стоит знак «умножить», то выражение читается как произведение чисел 6 и 7. 42 – это значение данного выражения. На третьей строке записана разность чисел 15 и 8. Значение этого выражения равно 7. И чтобы записать частное число, мы используем знак «разделить». 48 разделить на 6 – значение данного выражения 8. Учимся читать выражения.
7 плюс 3 умноженное на 5. Какое действие выполняется в этих выражениях последним? Конечно же, действие сложения. Читаем это выражение так. К числу 7 прибавить произведение чисел 3 или 5. Существует и второй способ чтения. Число 7 увеличить на произведение чисел 3 и 7. Давайте прочитаем с вами более сложное выражение. 45 минус 20 разделить на сумму 3 и 2. Можно прочитать следующим образом. Найти частное разности и суммы. И последнее выражение. Сумму чисел 10 и 50 уменьшить в 6 раз. Ребята, наш урок закончен. Подводим итог. В преддверии Дня Победы у каждого из вас должна быть своя минута славы. Хорошим делом, хорошей отметкой вы ее завоевываете в память о погибших героях. Я предлагаю вам следующее задание. У каждого из вас есть 60 секунд, во время которых нужно максимально вспомнить и рассказать о том, что вы услышали сегодня на уроке. На этом урок закончен. До свидания.